Вот так вот, прямо у нас на глазах. Городе на мотоциклах. Им уже неинтересно вообще. Совсем это неинтересно. Да. Более того, они понимают степень рисков и опасности. Да. Потому что, да, безусловно, ты не застрахован и на треке. Но в 95 случаях из 100, если ты упал на треке, особенно если ты... Стой. Мамочка! Дебил, сука. С кем он? С автобусом, вон там. Автобус с автобусом? Да с хуя нас, с машиной. Твою мать! Знаете толк в успешных сделках? Мы знаем толк в расходных автомобилях. Именно поэтому нам есть... Блядь! Жопа подними стены. О! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Они могут сидеть. Мама, вот твою мать, ни хера себе, блядь. Я не... Охренеть. Опа. Какая? Ира, я перезвоню. Хорошо. Ага. Тормоза задние кончились.
альбом зайду, я скажу, бо чого. Опа! А вот будут, там жить не будут. Я видел. Саш, давай перезвоню, вторая линия звонит. Нихуя! Дед, блядь! Различной военной техники. Добавлю, что свои воинские подразделения на парад в Москву отправят более 10 государств. Ёбнутый, что ли?